на канале Молли Лайф, и наконец-то я с вами. У меня случилась небольшая проблемка, сейчас я вас поставлю. Но чтобы ты знал, что у меня за проблемка, надеюсь, меня слышно, то подписывайся на мой канал, ставь пальчик вверх, и, конечно же, не забывай, что хочешь, чтобы первый смайл, давайте оставите. Но мы начинаем! Все, сейчас я вас поставлю. Дорогие мои зрители. Все, как я буду шататься. В общем, погода у нас прекрасная, почти. Вот, в Омске, кстати, уже выпал снег. Вот, а у нас еще зелено все. И такой ветерок. Вот, ветерочек. Сегодня, кстати, еще у нас репродуктивный день, потому что сегодня мы поедем так вот это. ПЦР, вот заберу рубашку из Бережки, вот, которая поехала. Вот что так. И еще купим эти кофты и водолазки с горами, которые. Вот, потом шарфы и шапочки. Вот. Вот так, в общем, такой день. Сейчас у меня еще будет еще английский, но он будет минут 20 где-то. Там вот видно вердик. Ну, солнышко светит. Короче, сейчас показываю погоду. Вот такая вот сегодня прекрасная погодка. Вот, кстати, это дом делают. Я уже приготовилась на кухне. Мы будем кормить Фердинанда. Кстати, время у нас часов 8-9 по 8. Ну, вроде так. В общем, у нас есть большой корм. Сейчас покажу. Вот такой вот корм, вот, а я вот такой, видите, он большой, вот, и он специальный для здоровых кошек, все, там всякие витамины, все есть, вот, и вот такой он большой, там еще даже половина осталась, и мы вот такие обычные баночки складываем, вот, вот, просто из кофе, там нутелла, еще и нутелла, ну, в общем, вот, вот здесь. Вот видите, в обычной баночке просто складываем корм. Вот. И так вот ему даем. Сейчас попробуем. С автора. Машка сюда. Так, в общем. Вот такой вот корм. Вот из он тоже с витаминами. Но они все с витаминами. Вот такой и вот такой. Они все с витаминами. Вот. Просто вот этот уринарий, который нам надо специально для кота. Вот, а вот просто такое, как бы, лакомство. Это, в общем, такое лакомство, как бы можно сказать. Вот. Но сейчас я дам на утро ему такой вот корм. Обычный. Вот, а уже в обед один такой, который влажный, как он называется. Вот, а сама налью сейчас чаек в себе. Вот в такую кружку. Такая вот кружка. Попала в ленте. В прошлом году. Наливаем. Чай. Он, кстати, уже закипел. Давай просто наливаем чай. Еще чуть-чуть. Все, хватит. Вот. Наливаем чай. И, кстати, у нас много чаев есть. У нас есть вот такой липтон чай. Есть вот такой чай. Вот. И есть еще липтон, новая упаковка. Есть такой страх, но мне он просто не сильно нравится. Ну, мне это нравится. Вот. И вот такой липтон еще есть. Вот. А мне больше всего нравятся чаи. Вот такие. Вот именно эта фирма. Вот сейчас у нас такой вот банановый. Желтые фрукты. В общем, и как раз я его буду использовать. То есть вот тут вот так вот он выглядит. Сейчас. Вот такие вот чаечки. И вот такой чаек. Все складываем. Заваливаем. И отправляем водой. Все, чай готов. We'll be right back.
Вот. Тут очень много народу. Вот, ну, мы аккуратно. Вот. Нормально, немного. Ну, много, но не очень. Вот. Вот так. Сейчас идем в Бережку забирать рубашку. Вот. Вот так. В общем, показываю, что накупили мы. В общем, купили в Бершке вот такую вот рубашку. Кстати, не обращайте на ценник. Вот смотрите, вот она стоит, сейчас сфокусируется. В общем, 29-30 евро, да? А мы купили за 18 евро. Представляете, какая скидка? Кстати, покупали онлайн на сайте. Вот. Дальше обалденная шапка. Мне она так нравится, просто капец. Она очень теплая, очень мягкая. Тут написано Queen, королева. В общем, мой любимый цвет, все как надо. Очень крутая шапка. Потом к этой шапке я купила себе вот такой вот, ну, очень мягкий, очень мягкий такой шарфик. Вот, потом мы купили еще один мама купила себе, и еще один на подарок купили. Вот, Даша себе вот такое купила. И вот такую, к этому шарфику купила себе вот такую вот бэйби написано, шапочку. Вот. Сейчас еще покажу, купили водолазку. Водолазку купили, вот, но она на мне, сейчас покажу. В общем, вот такая вот водолазка, покупали ее в Бунбе, вот. На вид она такая простенькая, но все равно она очень прикольная. И покупали мы, видите, с воротником, с горлом. Вот. Это, кстати, она шеврет на выворот сейчас. Вот. Ну, в общем, вот такие вот делишечки. Привет. Короче, вот. Заказали, в общем, вот еще суши. В общем, ребят, на этом все. Вот такой вот у меня получился влог. Надеюсь, вам видео понравилось. Поэтому ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь обязательно на мои соцсети и все мои соцсети. Вот. С вами была Маша, и всем пока-пока.